Друзья мои, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Вовчик тоже друзья. Все друзья? Смотри, какой красивый, побрился. Сразу помолодел лет на 20. Чего не на 30? Чего не на 30? Потому что на 30 уже... Ты себя преувеличиваешь. Короче. Так, что у нас тут? У нас хоть что-нибудь интересненькое. Будет вообще показываться, да? Мультики какие-то. Блин, вчера хотели досмотреть этот... Ниндзя-дети, так и не посмотрели. Вот, смотри. Новости включу. Новости. Шо у нас? Та-дам! Давайте. Та-дам! Всем хорошего настроения. Кусите! Не обляпайтесь, Владимир Павлович. Так. Что-то нос болит. Голова болит. Точнее, нет, нос не болит. Голова болит. Стало сегодня просто что-то рано. Скачила рано. Вчера уже смотрела передачу. Я вешу 300 килограмм. Вот сейчас в переводе чем-то. Вот. Там, короче, мужик. Он вообще проблема. У него ноги не ходили. В общем, попал в аварию. Вот, и стал очень сильно толстеть. Ну, хотя он до этого тоже был полный. Вот, но после аварии он еще больше растолстел. Вот, представляете, как вот, да? При этом, что не двигаешься, но на контролируемой диете в больнице он прям очень сильно похудел. Я вот думаю, может быть, 50 тоже в больницу какую-нибудь заточить, чтобы мне давали только вот то, что надо. И все. Без каких-нибудь перекусов, соблазнов, впрочем. Ну, дядечка. Министр обороны. Китайцы. Парад скоро будет. Китайцы, кстати, интересно было посмотреть. Мне кажется, у них там прям так это эпично, масштабно, скажем так. Так же, как у нас. На Красной площади было. Вот у них там. Там, знаете, многие писали, ой, по поводу 9 мая, ой, это специально было сделано, там все правильно, там типа надо было утром вставать, парад смотреть и так далее. Понимаете, 9 мая, вот лично для меня, это не только вот утром парад, понимаете, там авиашоу. Для меня это как бы 9 мая, это целый день. Какие-то концерты, гуляния, какие-то украшения, какие-то, знаете, праздничная какая-то атмосфера, там, понимаете, вот праздник, да? Да, пусть он со слезами на глазах, но это торжество, что мы это пережили. Вот. И я понимаю, что мы сейчас проживем в непростое время, вот. Но вопрос. Год назад мы точно так же жили в это же время. И почему-то это не помешало устроить концерт хороший на площади Минина, где приезжал этот Авербух, вот, с Лизой Арзамасовой. Устраивали очень классное такое, знаете, пели патриотические песни, да, вот эти старые военные, там вот представление было очень интересное. Вот. Не помню, салют был, не был? По-моему, не было. Был? Был. В Москве почему не отменили салют? Раз уж отменяют, скажем так. Лично я не понимаю. У каждого. Поэтому здесь уж мы все отменяем, давайте везде отменять. А не так все. Здесь отменяем, здесь не отменяем. Еще был такой комментарий. Мы специально ездили в Москву на парад. Ну, если вам, скажем так, заняться нечем, пожалуйста, езжайте. Я не поеду. А ради парада куда? Я ждала его у себя, да, все эти мероприятия. Потому что у нас тоже очень крупный город. Ну, вот, так далее. Да. Тем более, не у каждого есть время, там, не знаю, доехать. И средства. Mm-hmm. До Москвы. Что вы думаете, в Москву дешево съездить? Доехать-то да. Не так что да. Но все. Я говорю, я очень сильно удивилась, что в прошлом году было все красиво. Окей, концерт нет. Окей. Но каждый год просто вот украшали Покровку
от начала до конца на каждом столбе висели не флажки, а такие, знаете, как транспаранты, что ли. Там написано 9 мая, 9 мая. В этом году ни одного не было. Максимум пару флагов. И все. Вопрос, почему? Там говорят, отменили, чтобы не было толпы. Почему отменили украшения? А вот из таких мелочей как раз создается вот эта вот атмосфера. И память. В этом году, помню, на мине танки стояли, там всякие машины, была техника. Ничего не было. Новый министр. А кто какой? Выступает. Слушай, неплохой. Неплохой такой бри. Этот новый взял. Курцо. Нормально. А еще один. Министр. Что за министр? Сельского хозяйства. Министров много. С другой стороны, знаете, погода вот такая грозкая. Вообще. Вроде месяц май. И погода, и весна. Ранняя. Солнышко хочется. Кусай, кусай, мой хороший. Ну, так, молодец. Ну, супер. Сидит, кусает. Некоторых министров поставили, он, видишь, у которых даже профильного образования нет. Знаешь, мне очень нравится фраза, как хорошо, что таксисты, продавцы и прочие не управляют страной. Как раз управляют. Потому что только они знают, как нужно управлять. Как говорил Ленин, управлять страной, страной может каждый. Нужно только учиться. Ой, прям каждый. А я, по крайней мере, так Ленин утверждал. Он что утверждал? Так вот, как уже я даже бы парка может управлять. Вопрос, долго ли? Поставить-то можно кого угодно. Надолго ли? Нет, управлять огромной страной — это очень тяжело. Тем более такой, как у нас. У нас очень много национальностей, народов. Огромная территория, огромные ресурсы. И многие хотят их получить. На парад поедет в Китай. Да, там, кстати, его приглашали. Китай. Ну, здесь у них будет парад. Это у них как мавзолей. Красиво. Ну, все флагами украшено. Вчера, кстати, смотрел ролик одного блогера, как они летели через Китай.
Лишний раз делаю вывод. Хорошо, что мы тогда выбрали Катар. Спокойно, хорошо. Комфортно. Пусть и подороже. Без сдачи анализов. Да. Не, анализы там не просили. И там много других было. Молодцы. Как тогда глядели? Это мужик летел тоже. Кучу анализов сдали. Потом еще, чтобы что-то покушать, нужны китайские деньги. Их нету. А поменять тоже негде. То есть в такой зоне, где ничего нет. Китайцы очень сильно боятся, что к ним снова завезут заразу. Поэтому они прям сильно-сильно. Хотя вот Хайнань-то, в принципе, сейчас уже открыт. Уже туда можно. Туда только туриков пускают. И то не всех. Дедушку Байдена опять обвиняют. Мне уже жалко его. Он тут вас обвиняет. Его во всех грехах уже обвиняют. Дайте ему уже спокойно. Валяться на диване и пердеть. В том-то и дело, что он не валяется. Обалденно. Бри. Вот взяла 150 грамм в Сочи. 200 с чем-то рублей. Курсор. Хороший. Бери-бери, что-то. Побаивался. Что, боишься, что я тебя отбрать буду? А вообще меня боится, у меня такое ощущение. Какой хуйненький был. Ты меня боишься, да? Полицейский какой хуйненький. Ты тоже. У меня полон. Прыщ. Вот и тут. Прыщ. Сама ты прыщ. Иди отсюда. Так лошадь кусается. А так? Сейчас лошадь куда укусит? Не укусит. Больно будет? Не будет. Вредный. Сама какая. Слушай, кстати, знаете, спрашивают, нафига вы пьете сахарозаменитель? Ну, типа, чай там применяете и так далее. Типа, вы же едите там и майонез, и кетчуп, там и так много сахара. Ну, знаете, если мы еще до кучи будем еще и с чаем, там, с кофе и так далее, еще и обычный сахар проверять, мне кажется, тоже совсем будет перебор. Так что вот. Мне кажется, это перебор. А так сахар, знаете, сейчас практически во всех продуктах. Даже в молоке. Да. Как консервант. Чтобы дольше хранился. Да. Чтобы полностью исключить сахар, крайне сложно. Никогда не замечали, когда пьете это молоко, какое-то сладкое. Это как? Какой сыр. Со сладким чаем. Кайф. Надо арбуз доесть. Это испортится. В общем, арбуз попробовала. Кажется, жажду утолила. Что-то такое. С печенью, что ли, на что-то? Нет, сосуды. Сильно широкие? Сосуды, сердце. Не сердце, а печень. Сердце. Печень.
Ну, было на рисунке. Камамбер. Не, не камбер, бри. Камбер немножко другой. А ты пирог чуть не хочу. Что, супчик поел? Я на диете. А вы молодец, все сожрал. Колбасы пол тарелки. И пирога половину. Пол тарелки. Да. И тарелку целую супа. Что тебе нравится-то? Мне все нравится. Ну и все. Это кусается. А суслик укусит. А суслик? А как он кусается? Вот так кусается. Так кусается? Все, отстань. Суслик. Так. Короче. Дело к точку. Тигелюлю, Михаил Светлов тут. Вот. А вот чуть пораньше выехать, чтобы успеть вовремя. Давай. В общем, всем всего хорошего. Не болейте, не скучайте. Увидимся. Пока-пока.